Да, именно здесь я даю очень дорогие скины за подписку. И сегодня я хотел бы подарить тебе данный ножик практически за 12 тысяч рублей. И чтобы ты мог получить данный нож, тебе всего лишь нужно подписаться на мой канал со всех аккаунтов, поставить лайк, также со всех аккаунтов и написать как можно больше крутых комментариев вместе с ID ВКонтакте или с Телеграмом, чтобы в случае победы я смог с тобой связаться. Писать комментарии нужно под всеми роликами, где проходит данный розыгрыш, потому что я выберу абсолютно рандомный ролик, и именно там подведу итоги. Скины я каждый день раздаю в своем Телеграме, на своем сайте, поэтому заходи по ссылке в описании. А теперь поехали смотреть крутой ролик. Сегодня в ролике я закинул 50 тысяч рублей на GG Drop, чтобы открыть самые дорогие кейсы, проверить лимитированную серию фарм кейсы и, конечно же, самые дорогие, премиум кейсы. Открыть кейс за 100 тысяч рублей, проверить, что же упадет с самого дорогого кейса на этом сайте и вывести это все себе в Steam. Но перед началом сразу же хочу сказать, что вы можете использовать лучший промокод на GG Drop, который даст тебе плюс 11% на абсолютно любую сумму. Таким образом, я задепозитил всего лишь 50 тысяч рублей и получил бонус 5 тысяч. Но ты можешь использовать также этот промокод, потому что он тебя окупит, он даст самый большой бонус, ну и, конечно же, пополнять ты можешь любыми способами. Также ты можешь зайти в барабан бонусов, нажать кнопочку крутить и закрутить барабанчик, который даст тебе приятный бонус. Пополнение на баланс, бесплатный кейс, возможно, даже скидку на кейс, если сейчас мне дадут скидку на кейс, это будет просто обалденно, самый дорогой кейс я открою со скидкой. Давайте так, прямо сейчас крутить еще, ввести код и поехали. Мне нужно, чтобы сейчас мне выпал скидка на кейс. Скидка, ну, скидка на кейс уже не будет, будет процентное пополнение, поэтому без разницы. Но в любом случае используйте, потому что это твоя возможность получить на халяву тебе халявный скинчик. А мы заходим в премиум кейс, закаленная в боях, 5 открытий за 50 тысяч рублей. Давно мы такого не делали, очень давно я не проверял GG Drop с 50 тысяч, и сегодня я, ну, не имею права облажаться. Я должен вывести как можно больше. Первое открытие. Золотая спираль плохо. Перчатки отлично. Помаз отлично. Дамасская сталь прекрасна. И поток информации. 74 тысячи рублей. Прекрасно. Если бы не эти нож и перчатки, мы бы были в полной заднице, но они спасли абсолютно всю ситуацию, и это уже 74 тысячи. Стоит ли двигаться дальше и открывать на самое большое количество раз? Да, я думаю, стоит. Поношенный на 5 раз я бы с удовольствием закрутил, но маленько не хватает, поэтому давай попробуем на 4. Попробуем даже, наверное, на 3. Хотя, знаете, этот кейс, вот конкретно поношенный, это самый неокупаемый кейс конкретно для меня. Я его открывал очень много раз, и из всех премиальных кейсов, которые только здесь есть, сувенирный, прямо с завода, немного поношенный, вот этот самый неокупной. Но давайте попробуем открыть на 4 раза. Черт возьми, я трачу в это 80 тысяч в кейс, который меня меньше всего раз окупал, и надеюсь, что он меня окупит. Я знаю, что это безумие. Я знаю, что это сейчас, возможно, будет неокуп. Первый скин. Ой, нормально. Второй скин. Неплохо. Хорошо. Подожди. Подожди, стоп. Мне только что выпал вулкан за 72 тысячи рублей. Это супер-мега отлично. Первый дроп был хороший, второй дроп, я думаю, обалдеть, кровавая паутина, стартрек сейчас выпадет, будет дорого. Смотрю, цена 12 тысяч, думаю, ну что-то у меня такой небольшой рассинхрон. Падает вулкан, все, 73 тысячи. Просто на халяву 110 тысяч. Это прекрасно, это отлично, при том, что мы только начали ролик и уже сделали x2 депозита. Что мы можем сделать? Мы можем открыть сувенирный контейнер и открыть самый дорогой кейс на этом сайте за 100 тысяч рублей. Сегодня ролик будет очень долгий, и чем дальше мы пойдем, чем будет лучше, потому что, конечно, в итоге, с 50 тысяч я бы очень сильно хотел забрать Гунгнир. Я бы очень сильно хотел забрать Делор, Принц, Пустынная Гидра, Золотая Арабиска. То есть я бы хотел забрать скин, который стоит больше 300 тысяч рублей. Это сегодня моя цель. Поэтому сейчас я планирую и открываю кейс за 100 тысяч рублей. Самый дорогой. И я не знаю, самый окупаемый он или нет, но Посейдон прямо с завода. 120 тысяч рублей. Он и падает. Посейдон прямо с завода. Почему я знаю эту цену? Потому что у меня он уже есть. 100% это мы не будем выводить. Можем попробовать поиграться через апгрейд. А можем попробовать все это дело продать и открыть другой кейс, но только на большее количество раз. Баланс 130 тысяч рублей. И я хочу открыть немного поношенный на 2 раза. Посмотреть, что выпадет с него. Почему именно он здесь падает спины? Если выпадет 3 спина, это 3 дополнительных прокрутки.
прокрута кейса, то есть представь, ты открываешь-то один раз, а тебе падает еще 3 прокрута. И ты открываешь вместо двух раз, допустим, 6 прокрутов, 7, либо по 15. Это очень большая удача и очень большое везение должно быть, чтобы это выпало. Но посмотрите, какие скины здесь падают. Hot Rod, Gradient, Poseidon, Дикое Пламя, Дикий Лотос. 100% я не хотел бы сегодня сливать. Но давайте, на 2 раза. Почти! 51, хорошо! 120, просто отлично. Замечательно, выше всех похвал. 51 тысяча, это очень хорошо. Там ниже был спин, 15 спинов, это было бы невероятно. Перчатки Омега очень крутые, но мы все это дело продаем, мы движемся дальше. Это точно не то, что мы будем выводить. 200 тысяч рублей на баланс, и я бы, наверное, хотел попробовать открыть прямо с завода, но открыть его ровно на 2 раза. Его мы не открывали. Сегодня еще ни разу. Волны у меня есть, убийство есть, порог есть. Ой, как много здесь скинов. И все очень хорошие легенды. У меня легенды по уляма стоят. Надо, чтобы они выпали, и тогда мы поставим все это на вывод. Но сейчас у нас уже есть 200 тысяч. Давайте попробуем сделать невероятное. Давайте попробуем сделать 400 плюс и все это дело забрать в Steam. Обязательно мне нужна удача. Поэтому 160 тысяч в кейс прямо с завода. Плохо. Очень плохо. И еще раз плохо. 100 тысяч рублей. Ужасно. Просто ужасно. Блин, вот это, кстати, вообще очень плохо. Вот сейчас все пошло маленько не по плану. У нас просто на ровном месте минус. Просто на ровном месте минус 30 тысяч рублей. 100... Нет, какой 30? 60 тысяч рублей. Да, давайте, наверное, попробуем сувенирку. Хотя нет, давай попробуем опуститься ниже и попробуем открыть кейсы цветные. Черно-белый, красный, желтый, синий, зеленый. Черно-белый 5 раз 50 тысяч рублей в надежде, что что-то нам выпадет хорошее. Не выпадает. Возвращаемся в кейс за 100 тысяч рублей. Первый. Окуп, 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 окуп. Да ладно. И 100% окуп, 54. Если бы вулкан был получше качеством, это было бы просто феноменально. Почти все нас окупило в этом кейсе. Почти все. Так, ну-ка, а если открою зеленый на 44 тысячи рублей? Давай попробуем с него. Может быть, с него упадет что-то нам получше? А, не окуп, 100... 3, нет. Хорошо, 44... Нет. Это все плохо. И перчатки. Отлично. Последние два нас спасло. 10 тысяч, 15 тысяч, хотя бы хоть что-то, минус 4 тысячи рублей, ничего страшного. Попробуем золотой нож или платиновый нож на 2-3 раза. Давай, наверное, на максимум. На 3 раза, вот 116 тысяч в платиновый нож. Попробуем проверить, что падает с него, и пойдем на живой кейс за 100 тысяч рублей. Маленько идем не по плану. Ой, хорошо. Ой-ой-ой, как же прекрасно, 152 тысячи. Вот это однозначно стоит, чтобы мы открывали. Я хочу еще раз и на 4 раза. Поехали. Пожалуйста. Плохо, очень плохо. 266 тысяч рублей. Зуб тигра, кровавая паутина. Просто прекрасно. Выше всех моих похвал. Что мы делаем сейчас? Сейчас будет самое интересное. Сейчас мы будем открывать два самых дорогих кейса на GG дропе ценой 100 тысяч рублей. И все, что выпадет, мы будем выводить. Не забывайте о промокоде, который даст тебе плюс 11% GGPR. Это самый окупной промокод. Конечно же, не забывай поставить лайк и участвовать в розыгрыше ножа. А мы выводим 300 тысяч.